Президент Ильхам Алиев и первая леди Мегрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными после капитального ремонта и реконструкции в парке культуры и отдыха имени Низами Гянджави, в расположенном в Хатаинском районе Баку в парке площадью 11,2 гектара, созданы все условия для эффективного отдыха жителей столицы и гостей города. Реконструкция существующих и строительство новых парков и аллей являются одними из ключевых факторов, положительно влияющих на современный внешний облик Баку и экологическую ситуацию в городе. Передача в пользование после реконструкции парка, носящего имя великого мыслителя, в завершении года Низами особенно символична. Территория, которая в свое время была известна под названием Лунапарк, долгие годы находилась в запустении. Парк, являющийся любимым местом отдыха жителей окрестных территорий, нуждался в капитальной реконструкции. Этот вопрос нашел решение распоряжением президента Ильхама Алиева от 19 апреля 2021 года.